Итак, нажимаю начать запись. Вожу окно в одну сторону, в другую и отпускаю. Что же я еще пропустил? I2C. I2C поддерживает аналоговый пин 4, то есть А4 и А5. Ну, в общем, когда столкнетесь, вы тогда и узнаете, что такое I2C. Это такой такая шина, как бы, или протокол. Не уверен, что я правильно скажу это. Так что, ладно, упустим. Потом можете перейти потом себе и посмотреть, что вам нужно будет перечитать это. А у меня тем временем на фотике кончается память, так что я, наверное, солью все и продолжу. Итак, запускаю боткастер, трясу окно, жму начать запись и вожу окно в одну сторону, в другую и сворачиваю. И, собственно, подключаем теперь нашу ардуинку. Ну, примерно как-то так она будет себя вести. А здесь что? А, я уже установил драйвера. Окей, сейчас удалю. И еще раз.